Привет-привет всем, отцы, дорогие друзья! Мы сегодня начинаем наш влог с пляжа Лузановка и наше Черное море. Мы сегодня на море. Сегодня такой легкий ветерок, я бы сказала, и, конечно, волны. У нас всегда, когда ветер, волны шумят, но это радует, потому что нету жары, которая обычно присутствует на море, на пляже. За счет того, что у нас сегодня ветер и такая вот прохлада, но солнце светит, печет. И, конечно, сегодня лучше предстает загар, потому что во время ветра морского обычно после купания в соленой водичке загар предстает и все становится намного-намного темнее. Так что сегодня загорать на море самое то. Ну и купаться тоже, водичка такая теплая, но не горячая. Ну, короче, супер, что я могу сказать? Вы же все знаете, что сейчас море, пляж – это самый лучший выбор. Люди все загорают, балдеют на солнышке, а некоторые опустили зонтики, устроили там сабантуй. Там, можно сказать, пьют пиво и обедают. Это тоже важно во время отдыха. Так что вот так вот. Людей сегодня немного, я бы сказала. Да и вообще в последнее время людей немного на море. Вы можете сами видеть. Пляж заполнен наполовину, но, однако, все равно люди приходят, приезжают на отдых, потому что, конечно, лето, и хочется к морю, к водичке. Там вдалеке плавают, а еще дальше яхточка на горизонте. Так что народ отдыхает. А вот и кукурузу несут. Так что голодным здесь остаться сложно. Ну и немного красивых девчонок с красивыми фигурами хочу вам показать. Здесь тоже. Ребята, сколько стоит покататься? 300 гривен целый час? Ой, супер, супер! Красота! Так что 300 гривен в час. Можно тут целой компанией собраться и покататься. Да, а вот девушка возле самого моря балдеет, возле самой водички. Вот красота и благодать. Эй, девочки зажарились, блестят на солнышке. А вот какая рыбка красивая. Сушеная рыба.
Ай, какая цена, сушеная рыбка? 30-40. 30-40 гривен. Ой, какая красота. Там лещик. А пивко сколько? Пивко, если 3, то по 40. По 40 гривен пивко. И рыбка. Вот такая красота. Тяжело держать. Вот это да. Да, тяжести носит. Не как-нибудь. Но рыбка, конечно, супер. Морская, речная, качка. И морская, и речная, какая только хотите, да. Ну что, Саша, как водичка? Но ветер, холодно тебе, когда выходишь с воды? Нет, мы же закаленные. Ну да. Мы же в Одессе живем. Да, да, да. Не, ну когда выходишь, конечно, свежо, потому что ветерочек хороший. Да? Точно. Нет, конечно, ветерочек и когда мокрое тело, свежо-свежо. Правда? Нормально. Да, ну хорошо. Ребята, мы отдохнули, поплавали, покупались. Но вы видите, ветер поднялся, волны. И мы идем домой, и мы с вами прощаемся. Всем пока-пока.